Родина лучших рэперистов планеты, чемпионов мира 2017 года Инны Дереглазовой и Дмитрия Жеребченко вновь встречает гостей. С 18 по 27 января в Курске пройдет первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Три вида оружия – рапира, шпага и сабля. Тысячи поединков. Место проведения – Мегагрин, 6-й этаж. Не пропустите битву сильнейших. Вход свободный.